привет, друзья! И сегодня мы идем на елку в детский центр «Хоровод». Нас там будет ждать Дедушка Мороз и Снегурочка. А вы на детском канале. Нинечка, что надо сказать? Привет-привет. На каком вы канале? Бобиловый. И сегодня мы пойдем в детский центр «Хоровод». Какой? А он на вывеске. Метро Свиплова. Вон, смотри, вывеска. Пойдем, Денюш? Пойдем. Давайте посмотрим, какая у нас красивая елочка. А что это такое у нас на елочке? Да что там на елочке? Пойди посмотри у тети. Это шарики новогодние. Пойди посмотри, что тетя с елки сняла. Посмотри, вон там вот у тебя. Я не слышу, папы, мамы. Конверт от Деда Мороза или Снегурочки? Письмо. А письмо у нас. Иди посмотри, там от Снегурочки письмо, день. Ребятки, давайте ложечки этого салата нам очень.
Большой должен быть. Дэн, давай собирай. Смотри, собирай игрушки, собирай быстрее. Игрушку, яблочко собирай. Посолат сейчас будем делать. Денечка, и в корзиночку клади. Умница. Кукуруза. На полу есть кукуруза? Проверь, есть кукуруза на полу? Умница, мандаринчик положи. Хорошо собирать. А подарков-то и нет здесь. Надо нам отправиться тогда на паровозике все вместе. Давайте садимся в наши вагончики. И поехали. Денечка, а петушка надо на елочку повесить было. Вот сюда. Ой, петушки, какие у вас замечательные дети. Еще. Куда еще повесить? Давай высоко, Денис, высоко. Проверяет, повесили глаза. Да, на самую высокую веточку. Какая у нас красивая, теперь елочка с вами, да? Дед Мороз! Вам не слышно. 3-4. Дед Мороз! Я пришел с отдаленного севера, с великого города Усть-Юга. Нес вот вам подарочки. Да приключение-то со мной случилось, потерял я подарки-то, старый я стал. Нет подарков у меня, что теперь делать, и не знаю. Поможете вы мне их найти? Конечно, поможем, девочка, не переживай. Ох, ребята, у вас иголка есть. Ох, какая красивая. Я буду говорить браво, молодцы, а все вместе, и дети, и родители будут говорить елочка, аминь. Давайте попробуем. Попробуем, смотрите. Раз, два, три, елочка, аминь. Надо посильнее кричать. И вам не слышно совсем было. Ну-ка, давайте все еще разочек. Мамы, подключаемся. Раз, два, три. Елочка горит. Не горит. А знаете, почему не горит? Потому что папы не старались.
А теперь все вместе, и дети, и мамы, и папы. Раз, два, три, елочка, гори! Будем играть в игру? Кром-кром, где? Будем-будем. Давайте поиграем в игру «Заморожу». Я ж Дед Мороз, я хоть добрый Дед Мороз, но у меня ручки ледяные. И кого я дотронусь, тот заморозится. А ваша задача не дать, чтобы я до вас дотронулся, убегать, прятаться. Договорились? Да. Так, папа. Убегать надо, чтобы Дед Мороз. Держишь крепко? Молодец. Да? Не так, начинаем игру «Заморожу». И теперь раз, два, три. Помнишь, мы с тобой в прятки играли? Что надо делать? Убегать и прятаться? День, видишь, я заморозил. А давайте с вами еще одну игру поиграем. Кто попадет с Деда Мороза? Папа? Вот уже верю. Так, и теперь кто попадет на Мороза? Денис, как голубей? Ого! Попал? Малыши мои хорошие, а идут слову ребята! Ребята! Мы же с вами пошли по дороге, которую я потерял! Ух ты! Это же мешок с подарками! Ну-ка, ребята, давайте подарки быстрее получать! Денис, иди подарочек забирай. Иди подарочек открывай. Открывай подарочек. Ну открывай, что там у тебя упаковано? Кто это, Денис? Что это такое? Расскажи мне, День. Расскажи мне. Это наш, потом положим на место. Ого. Ой, как красиво. Аппликации. Да? Будем развиваться. День, смотри, развиваться будем. Аппликашки нам подарили с тобой. Давай положим обратно и запакуем, да? Дома поиграем. Скажи еще раз спасибо Дедушке Морозу. Подойди, скажи спасибо Деду Морозу. Пошел с тобой хороший. А стишок расскажешь Дедушке Морозу про зиму? В январе, помнишь? Снег на крыше. Не стесняйся, Дин, ты же у нас умеешь рассказывать стихотворение? Ну давай, расскажи. Молодец, мой хороший, молодец. Да-да-да. Что-то там лепечет тихонечко. О! Молодец, стишок рассказал. Конечно. Вот стишок, держи. Скажи спасибо. Дайте вам ближе. Дедушка Мороз не стоит. Тебе понравилось поздравление Деда Мороза с Новым годом? А подарок тебе понравился? Понравился.
А мы еще с тобой пойдем на елку? Пойдем. А стихи будем учить для Дедушки Мороза еще, Денюш? Будем учить. Ну все, тогда всем говорим пока. Подписывайтесь на нас. Ставьте пальчики вверх. До новых встреч. И поцелую. Пока.